Приветствую всех. Нанес я паяльную пасту трафаретом, расставил детальки вручную, как мог. Сейчас буду пробовать паять. Первую пайку делать. Пора под самым тыном получилось сейчас. Сюда еще раз поставить. Так вот, наверное. Все равно она. Ну, бог с ней, наверное. Жарится. Так. Вот так вот поставил. Видно, конечно, плохо. Не фокусирует. Так, провод. Включаем. Так. Это включено. Еще включаем контроллер. Включаем контроллер. Так. Ну, богом. Так, ага. Давайте запустим. Connect. Все, процесс пошел. Я вчера бак исправил, но тут дома коммент сделал, здесь апдейт не сделал, там копипастил, что он меня не показывал тут, когда до 165, он все равно показывал до 165, но вот я нашел ошибку. Так, ждем. Сейчас как до 114 пойдем посмотрим, что там будет твориться. Должен активироваться флюс. До 145 не греется. Первая пайка, первый блинчик. Конечно, у меня сомнения насчет контроллера, как-то там все, наверное, будут залипухи. Так, 100 градусов. Сейчас пойдем там посмотрим, что происходит. Так, 119 градусов. И что там происходит? Не видать. Не видать. Ну-ка. Так, мощность упала. Это значит уже участок активации флюса. Да. Будет поддерживаться температура. Я ничего не видать. Мешает отражение от стекла.
сложно снимать. Что там происходит, блин? Видать. Ну-ка так посмотрю. Тоже ничего не видно. Пытается только результат смотреть. 161 градус, 162. Сейчас уже начнется плавление. Скоро. Все, пошло плавление. Еще не видать. Побери. Хоть посмотреть, что там плавится, не плавится. Что-то мне сомнения большие по поводу успешности. Ну, посмотрим. Отрицательный результат тоже результат. Чё, не фокусирует. Так, ну чё? Всё вырубил. Так, ну-ка, что там на графике? А, вот, это он достиг точки оплавления, да? Да, сейчас будет плавить. Сколько? 40 секунд будет удерживать. 215 градусов, 218 у нас тут. Ну ладно, ничего страшного, 19-18. Ждем, когда вырубит. Что-то видно, чего-нибудь нет. Еще не видать. Плавится хоть или не плавится. Как ближе к стеклу, если. Ну-ка, что-то есть, что-то нет. Все. Вроде как закончилось. Давайте откроем дверку. Пусть немножко, пусть потихоньку падает. Слушайте, а вроде даже что-то испарялось. Сейчас остынет, посмотрим. Вроде что-то там поблескивает. Сейчас температура упадет. Температура снизится. А то обожгемся. Терпится уже посмотреть. Посильнее открыть, что ли, дверку. Давайте откроем. Уже все. Сейчас все горячее. Так, ну вот, залипухи я и говорил. Залипухи на контроллере сразу видно. Не очень точно паста нанеслась. Все-таки от сканера крышка, она люфтует туда-сюда.
Так, а так, вот так вроде что-то и даже неплохо. Мелочевка. Сейчас остынет, достанем. 62 градуса, в принципе, наверное, уже. А, тоже 62, это же я вытащил. А, горячая. Еще горячая. Пирожок. Горячий пирожочек. Ну-ка. Не, ну я смотрю, вроде неплохо. Сейчас еще терпение. Уже вытащить можно. Горячее. Так. Сейчас на стол кину. Не, кипяток. Ну-ка, что здесь? Слушайте, да вроде... Вроде запаялась даже. Соплюхи-то мы уберем. Лишь бы она не съехала по ножкам. Но для первого раза я вам скажу, ребята, это очень неплохо. Я сейчас разглядываю. Да, запаялась. Так, ну давайте. Давайте рассмотрим поближе. Залипухи на контроллере ожидаемо. Этот можно выключить, контроллер. А в целом вот тут было намазано не очень как-то трафаретом, но ничего, она есть тут немного. Но в целом неплохо, ребят. Микрухи запаялись. Мелочевка запаялась. Так что транзисторы где? Не транзисторы, вот они. Все запаялось. Причем вроде так даже аккуратненько. Ну что ж, поздравляю. С первым блинчиком, который вроде даже и не колом. Всем пока.